На парламентских выборах в Эстонии победила правящая партия реформ премьер-министра Каи Каллас, набрав более 31% голосов. Она претендует на 38 мест в одномандатном Рейкьявике. Глава правительства заявила, что правоцентристы будут играть ведущую роль в формировании коалиции. Реформисты вырвались в лидеры по итогам электронного голосования. После обработки бумажных бюллетеней партия премьера уступала правопопулистской ЭКРЕ, которая в итоге получила 16%. We've had the highest inflation in Europe. We've had the biggest drop in living standards, the biggest drop in economics. So we are very rapidly moving into a very multi-pronged crisis in Estonia. And I don't see the liberal parties actually understanding it or being able to solve it. На третьем месте центристская партия, которая традиционно пользовалась поддержкой русскоязычного электората. В парламент проходят еще три партии. По данным избиркома, впервые в истории по интернету проголосовали больше избирателей, чем на участках.